утро. Всем привет. Сегодня день рождения. Поэтому я здесь. Ну, не у меня, правда, а у московского метро. 86 годиков. И вот еду на... Хочу на Партизанскую посмотреть, там же стоят вагончики. А потом буду по кольцу ловить. Что-нибудь сниму тоже. Может, кто-то спросит, почему я ехал на Партизанскую и оказался на Преображенской площади. Это, кстати, знакомьтесь, это Преображенская площадь. Потому что я же такой, что вот нашел 372-й. Маршрутка, правда, но я его называю маршрутка. Пониженной комфортности, вместимости пониженной, ну, в общем, такое. Микроавтобус. И она как раз до Партизанской идет, о чем мне? Вон, кажется, на той стороне она там разворачивается. Но она кольцевая. Но она сейчас развернется, и здесь как бы начальная. Хотя можно было по кругу проехать, но это пока не нужно мне. Вот. Так что ждем 372. Партизанская. Опять планов куча. Половина не получится, наверное. Дождь после обеда обещали. А сейчас как раз и после обед уже скоро будет. Посмотрим, может даже, кстати, я не буду выключать сейчас, так оно и... Она и будет 372. Я уже номера путать начал. Раньше я путал троллейбусы с трамваями. Троллейбусы убрали. Теперь путать как бы поменьше стало. Спасибо. А теперь путаю номера маршрутов и вообще, где уже был, уже все, каша, надо отдыхать. На каникулы. Вот что опять встал передо мной. Это кино снимаю. Это какая-то фобия или апатия? Я уже не пойду. Следующая остановка. Деревья. Вообще в смысле и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться маской. Берегите себя и окружающих. Вот. Блин, что я снимаю? Опять я поздно лег. Остановка Зельев переулок. Кондиционер вот тут вот так вот работает. Таким методом. Следующая остановка Халтуринская улица. В общественных местах и при проезде в городском транспорте
необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. Остановка Халтуринская улица. Вот так вот. Сейчас уберу. Маршрут такой более-менее, ну, как, не длинный, не короткий. Но из-за того, что здесь микроавтобус пониженной вместимости, по моему классификатору, это маршрутка. Следующая остановка – Дворец творчества. В общественных местах и при проезде в городском транспорте… По моей классификации. Берегите себя. Мы это быстро проедем. Надеюсь, из кондишена там не сильно дует. Ой, куда забрались-то мы? А, ну мы быстро пройдем, надеюсь. Дворец творчества. Следующая остановка – РЖД «Арена». В общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. РЖД «Арена». Суббота, они в пробках стоят. Следующая остановка. Станция метро «Черкизовская». Выход к станции Московского центрального кольца «Локомотив». В общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. Такая вот арена. Стоят еще за мостом, там где-то стоят, делать им нечего. На улице 28 жары. А они по пробкам стоят. На мосту остановка тоже веселая. Грохнется скоро. А, мы экскурсия у нас туда, вот в ту сторону, да. Как-то нам назад надо, но мы на экскурсию съездим вокруг. Посмотрим, что там. Остановка. Станция метро «Черкизовская». Выход к станции Московского центрального кольца «Локомотив». Следующая остановка. Окружной проезд, дом 4. В общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. Черкизона уже здесь нету. Написано под Казанской. Да. Thank you.
все сидеть. Ты вообще, наверное, такой легкой маршрутке при такой скорости. Доехать вроде бы как, но мы только до Черкизовска. Хотя не знаю. Остановка, окружной проезд, дом 4. Везде по 31. Следующая остановка – Лечебная улица. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах и подозрительных предметах, не трогая их, немедленно сообщайте. Так, ну вот с этой стороны, да, вот такая вот будет забор такой. Смотреть особо ничего, но... А вот поворачиваем. Ну что, слышит? Смотреть нечего, ну поехали по дворам покатаемся. Блин, грязное еще стекло. Следующая остановка – больница номер 36. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту, валидатор. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Еще какое-то место, чтобы без грязи, а тут все вообще... Кися на третьем этаже. Мироновская улица, дом 27. Следующая остановка – Мироновская улица. В общественных местах и при проезде в городском транспорте необходимо пользоваться масками и перчатками. Берегите себя и окружающих. Просто Мироновская. Это Нет, быстрее. Мы просто...
ветер поднялся что-то.
каждые 7-8 минут, и это сегодня выходные. Проходные тут есть, но ну, так, чтобы на Партизанской сел и уехал куда-нибудь ближе к центру, такого что-то нет. А сейчас что-то надует, что-нибудь. А, вот. Посадки то, что нет. Написано же. Написано. Так что все нормально. Табличка есть. Так, теперь надо мне найти вход в метро. А, вон там, наверное. Чтоб МЦК-то мне не нужно, мне нужно. Ветер сейчас надует, дождь какой-нибудь. Так что вот опять сегодня я и не погуляю. Ну ладно, не буду вам уши мучить. Доехал я Преображенской площади до Партизанской. Сейчас пойду пофотографирую. Ой, составики, ну метро в смысле. Оно вон там где-то должно быть. Что у них тут указатели на земле? Из-за того, что тут ветер, а ветер из-за того, что здесь чего? Короче, разберемся. Ладно. Все, давайте пока, до скорого. Увидимся.